Так, ну что, друзья, давайте смотреть, что у нас сегодня здесь есть, что интересного можно найти на блошином рынке. Вообще из детства, смотрите. У него был точно такой же пистолет. Но это считалось таким стрёмным, на самом деле, в то время. Такого не было. Вот такой был у моего друга. Он стрелял такими кружочками, типа монеток. Вот. Это тоже первый раз такой вижу. Пишите в комментариях, друзья. Что-то подобное у вас было или нет. Интересные игрушечки. Что это? А, это солонка. Вообще прям, как из детства. О, вот таких пробочек 100 лет не видел. Помните такой, нет? Где-то бутылки закрывать, чтобы не выдохлись. А, все по 50. Друзья, смотрите, как прикольно. Тут все по 50 рублей. Вот это прикольно. Так, что бы я тут взял? Ну, ножницы по металлу за 50 рублей надо брать. Надо брать. Рыболов-спортсмен. Это что это? Учебное пособие? Вот это классный стенд, на самом деле. Прям мне нравится. Вот интересно. Это... А, он должен был ехать и крутиться. Такой тоже у кого-то из знакомых, мне кажется, был когда-то. Саквояж тоже за 50 рублей. Вот когда есть конкретная цена, тогда и смотреть интересно, согласитесь. Но это классика. Классика жанра. Вот это и советские графинчики. Так, тут нет таблички, все поскольку. Но из того, что здесь есть, смотрите, какой шлем. Это летчик, наверное. Шлем сколько стоит? 2500. А это чей вообще? Это летный. Ну это какие летчики? Наши, не наши? Наши. 2500. Прикольно. Смотрите, в оригинале Астра 25 копеек. А сколько вот пачка Астра стоит? 100 рублей. Прикольно, прям можно купить и как... Это от мотоцикла. Это тоже кепка. В оригинальной упаковке, смотрите. Прям как в музее. О, ножички. Ножички, ножички. А ножички почем? 250. 250. Тоже недорого. Вот оно счастье моего детства. У меня был весь набор вот таких ковбоев. А, и такие тоже были. А сколько солдатики? 50 рублей. По 50 рублей. Я бы, конечно, забрал все, потому что прям мне действительно все нравятся. Так, друзья, говорят, поезд редкий. А в чем редкость? Вагон. Вагон. Вагон, это вот редкость. Тамбов, Москва. А прям реально? А сколько стоит? И вот эти часы. Это 2,5. 2,5 тысячи, друзья, редкий поезд. Если что, обращайтесь, скажу, где взять. Смотрите, кто-то вот подкову продает. Интересно, зачем кому-то покупать вот такую старую ржавую подкову? В целом, сегодня прям мало людей. Обычно весь парк занят, а тут, видите, вот так вот островками. Ну, там внизу еще есть одна дорожка, там тоже продают что-то. Сколько часы стоит? 350 рублей. 350. Они работают, нет? Эти работают. А вот эти работают, не знаете? Да вроде, я не знаю. Да вроде, ну понятно. Вот смотрите, друзья, тут. Ну это вообще я не знаю, что такое. Это из пластилина. Вот это вот интересная штука. Кто помнит, что это? Это динамик. Цеплялся на переднюю вилку и вырабатывал электроэнергию. 200 рублей динамик стоит? Туда же в тему динамиков. Такой вот велосипед.
Это велосипед бабочка. Ну, в неплохом состоянии. А велик сколько стоит? 1000. Ну, в целом, 350 рублей для командирских часов, особенно если они работают, на мой взгляд, очень даже неплохо. Можно было бы и взять. Ну вот, как я говорил, тут еще есть внизу аллейка, где тоже сидят люди. И здесь прям поинтереснее все это выглядит. Пошли смотреть. Смотри, друзья, какой велосипед. Почем такой у вас? Это не я продаю. Почем такой? А это сколько стоит? 1000 рублей. 1000 рублей, друзья. Вот такая Десна. Кто помнит. Ну вот это вот прям кошерная история, да? Когда ты ехал, так тр-тр-тр-тр-тр-тр. А вот это вот скотч намотали, это прям стрёмно. Здесь должна быть проволочка, на самом деле. Но в целом, конечно, прям очень ностальгический велик. Ну вот, видите, тут прям посолиднее. Тут и столики у людей есть, и сразу уже вещи экспонат. Тут видно, знаете, такие люди, которые занимаются антиквариатом. Ой, какие куколки гляньте милые. Прикольно. Такое все. Стандартный набор антикварного магазина в регионах, знаете. Вот солдатики прикольные. Ничего себе у вас часов. А сколько часы стоят вообще? А есть какие работают? Есть командирские рабочие, чтобы так хоть понимать порядок цен? Командирские. Вот они. А вот эти сколько? Полторы. Полторы. Я придумал бизнес, друзья. Покупать у бабушки наверху за 350 и продавать здесь за 1500. Ну вот еще интересное. 2000. Это ножик. А такой ножик сколько стоит? 200 рублей. О, недорого. Можно взять. И снова такие вот куколки, которые меня не очень интересуют. О, смотрите, какое богатство, друзья. Целая коробка солдатика. Но они, правда, по большей части современные. Тут даже советских нет, по-моему. Хотя нет, есть некоторые. Ну это прям вот чье-то сокровище реальное. Представляете, купить целую коробку вообще. Такие вот в Советском Союзе ненавидел солдатики. Плоские, уродские, фу. Сейчас даже они вызывают ностальгию. А, вот эти вот еще, помните? Смотрите. Тоже уродские самолетики. И вот такая вот. Чайники, фонарики. А сколько тиски маленькие стоят? 1800. 1000. Советский Союз. Ну это понятно, Советский Союз. Это не... Самовар спрашивал. 5-10 тысяч стоит самовар. Дороговато. Это... Так, ну тут прям вот антиквариат, антиквариат. Может даже не подходить, тут все дорого. Почти уверен. Но опять же есть часы. Можно, знаете, сравнивать цены по командирским часам. Ветеран труда. Смотрите, за бан люди не пришли, а картоночки оставили, чтобы никто не занимал. Книжки. Меня, если честно, книжки мало интересуют, хотя вот такие вот исторические можно и брать. Смотрите, какая гора пластинок. Почем пластинки? Детские по 100 рублей штука. Ну-ка, немножко ностальгии. Таких. Во, у меня были вот эти гуси-лебеди. А, угадки утенок. Вот такой у меня был. 100 рублей всего лишь стоит. Такой у меня у друга одноклассника был. Класс, вот доктор Айболит был. Блин, как прикольно. Вот это был. Да. Слушайте, почему ну, было? У меня и сейчас есть у родителей. Свинопас, бременские музыканты. Классно, друзья.
прям все мое детство в одном ящике. Так, помимо этого, еще по 100 рублей пластинки. А здесь по 200. Это типа посерьезнее музыка. Это что за часы? Часы, ну под погранич... ремонт. А, это тоже командирский. Но они тоже, да, не рабочие? Да, под ремонт. Ну, а ремонт вот... выйдет рублей. А сколько такой стоит? За 300 отдам. Что-то вот открутить. Говорю, полезная вещь. Даже так кошелечек кинул. Такое ощущение, что это в тюрьме делали, нет? Это зоновские. Да, зоновские? Прикольно. Ну вот даже возьми в быту что-то. Вот идешь что-то там подкрутить, закрутить, пригодится. Маленький топ. Классные ножики, удочки. Так, признавайте, друзья, пишите в комментариях, у кого на даче в сарае удочки валяются. Такие бамбуковые. Сгнили давно, а выкинуть жалко. У меня валяются. Часы Монтана. В начале 90-х, мне кажется, все о них мечтали. А? 400 рублей? Это нормально, кстати, цена для такого. Смотрите. Цена 3.30. Не сохранилось вот этого резинового пасека, да? Но вполне себе приятная вещь. О, люблю вот такие вот кучи всего подряд, знаете. Куча ржавого железа. Это когда вот в гараже выгреб все и вытащил все сюда. Вот в таких вот штуках можно что-то интересное найти. Показалось мне, что это может быть швейцарский ножик, но нет. Ну, как бы это а-ля швейцарский ножик, но это китайская ерунда. О, тут прям целая куча ножей и всего остального. Да. Состояние, конечно, так себе. И ничего интересного. Все это, кстати говоря, по 20 рублей вот эта кучка продается. Игра. А это какой год? А? Какой это год? А, 91-й. А сколько такая стоит? А? 100 рублей. 100 рублей? А, это кубики. Да. Класс. Прям как из детства. Да. Да, прикольно. Так, еще один лоток. Что у нас тут интересного? Наконечник. Флаг. Наконечник флага. Совершенно бесполезная вещь, мне кажется, сейчас. Топорик. Кстати, забавный. Да, написано СССР. Кстати, такие топоры реально еще можно купить в хозяйственных магазинах. Их наделали такое количество, что их до сих пор продают. Но, во всяком случае, у нас в городе вот такой можно новый за 300 рублей купить. Вот. Нож. Рубль 45. Такой у меня есть. Вот это вот, смотрите, прикольная история. Это... Нет, это коробка не от него, но, видите, тут прям шприц многоразовый. Фу, страшно брать. Вот это вот наряду с Монтаной тоже была мечта. Часы с калькулятором, чтобы всегда с собой носить калькулятор. Это, знаете, у меня учительница по математике кричал всегда: ты же не будешь всегда носить с собой калькулятор. И представляете, прошло 20 лет, и я всегда ношу с собой калькулятор. Ну, в смысле, в телефоне у меня всегда с собой калькулятор. Так что, если сейчас смотрит моя учительница по математике, Ольга Владиславовна, калькулятор с собой, все нормально, могу посчитать. Посмотрите, сколько игрушек сразу. У кого-то кончилось детство, это называется. Так, ну здесь... Нет, это... Тут даже солдатики современные. Это все современность. Наверное, лет через 15-20 это будет у кого-то вызывать ностальгию. Но не сейчас и не у меня. Смотрите, какой интересный кубок. Прям берешь и такой... Высоко, высоко, в горах. Интересно, зачем вот сейчас покупать такой кубок? Не знаю. А вот, кстати, действительно полезная вещь. Это вот набор чеканов с буквами. Такой. В коробочке, в комплекте. Если занимаетесь кражей машин и перебивкой номеров, крайне необходимая вещь.
Вот такие вот чемоданы тоже люблю, где все подряд можно копаться, рыться и отрыть сокровища. Ну, иногда можно отрыть сокровища. Не сейчас, наверное. Хотя прикольные штуки есть. Вот, типа, смотрите. Циферблат часов. Еще часы. А это Зингер, да? А сколько он стоит? А? 2000. 2000? Да. А говорят, Зингер дорогущий очень, нет? Вранье? Дорогие. А так он шляпный. Так, смотрите, интересно, здесь коллекция минералов. Я так понимаю, это типа вот из школьной лаборатории вообще. Ну, смотрите, друзья, шагомер. Советский. Стоит недорого, всего 500 рублей. Не так давно в Воронеже был, кто помнит, видел видео, там такой же за 1000. Тоже в коробочке. Слушайте, ну, я подумаю, на следующей неделе приеду, возьму. Такое видео, друзья, у меня сегодня получилось. Кое-что я себе приобрел. Естественно, те часы за 350 рублей командирские у бабушки рабочие сходил. Купил отдельно, потом покажу. Это был Миклуха Макфлай, друзья. Любите историю, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Пока-пока.